Интересна теплица тем, что она как бы круг по периметру, 6 метров, 4,5 метра высота, что позволяет создать большой объем. Выращиваю в основном томаты, ну, садил раньше другие, но я томаты люблю, томаты и садим. Пойдемте. Берем и тянем. В апреле месяце посадил вот такую замечательную редиску. Так что вот май месяц, редиска. Ну, в другой теплице, конечно, есть там укроп больше, и другая зелень всякая разная. В прошлом году еще я посадил в другой теплице. Опять же, в октябре, 1 октября, семена салата и укропа. За один месяц они выросли. Небольшие, правда. То есть к 1 ноябрю я собирал уже урожай. Итак, апрель садим, к маю один урожай. Летом, ну, редиску летом, сами понимаете, можно и два оборота. То есть до 4-5 урожаев можно редиску-то у нас в Сибири выращивать при определенных условиях. Я к чему это рассказываю, и зелень, да, к нам прилетели соседские пчелы. Вот, так что вот что такого интересного. Раньше просто, ну, времени не было. В прошлом году не было у меня вот этой центральной грядки. Это я сделал уже в ноябре где-то. Кладочку положил, землю привез, засыпал. То есть здесь будут тоже томаты подниматься. Объем очень большой, просторный, свободный. В апреле месяце солнце, температура поднимается градусов чуть ли не до 45 здесь. Есть рисунок. По рисунку идешь, бруски покупаешь, режешь. Но правда, я это все собирал один. Вообще один. И как я это собрал, я не знаю. Потому что добираться до верху, посмотрите, высота офигенная. Объем, конечно, здоровский. Вот, ну, не знаю, мне очень нравится она. Да ладно. Надо руки надо хорошие, и голову, и не пугаться, не бояться ничего.